Всем привет! Это канал I Like Pet. И в сегодняшнем ролике мы расскажем об особенностях собак мелких пород. Потребности собак мелких пород отличаются от потребностей остальных собак. Важно учитывать все особенности, чтобы сохранить здоровье и физическую активность вашего питомца. У собак мелких пород ускоренный обмен веществ. А это значит, что маленькие собаки сжигают свою энергию гораздо быстрее собак крупных пород. Поэтому им необходимо подобрать правильное, полноценное питание. Маленькие собаки быстро взрослеют, медленно стареют и живут дольше, чем другие собаки. Собак некоторых мелких пород можно считать взрослыми уже в 8 месяцев. Их жизнь длится 15 лет и дольше. Также эти собаки меньше расположены к ожирению. Представление о том, что им только и нужно, что сидеть на руках у хозяина, всего лишь миф. Все собаки мелких и карликовых пород не прочь как следует порезвиться дома и потоптать дорожки ближайшего парка. Большинство маленьких собак были выведены искусственным путем, поэтому они обладают более хрупким здоровьем и нуждаются в повышенном внимании со стороны хозяина. Они генетически склонны к ряду заболеваний, например, проблемы с ротовой полостью, костями и желудком. У маленьких собак более чувствительное пищеварение, поэтому им нужен легко перевариваемый корм. Из-за их физиологических особенностей кажется, что маленькие собачки слишком изобретательны в еде, но для них важен вкус. Корм должен нравиться собаке, но в то же время он должен быть полезным и питательным. Маленькая собака – ваш уникальный компаньон, полный энергии, веселья и любопытства. Теперь, когда вы знаете, какие особенности у маленькой собаки, вы сможете с уверенностью выбрать правильного питомца мелкой породы для своего дома. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.